Всем добрый день, дорогие друзья. У нас время 11 часов. Я Оксану проводила на остановку, отправила в школу. Зашла в магазин по пути, купила вот такое вот сало. Сейчас нарезаю. И сейчас буду разогревать себе гречку. Вчера уже ничего не снимала, потому что Оксана пришла со школы. Мы сели за уроки и просидели весь день с уроками. Уже поздно завершили все. Поэтому я вчера себе гречку, что готовила, вот вчера половину съела, я оставляла на сегодня. С утра выпила уже стакан воды. И сейчас разогрею себе гречку и поем. Вот такой вот мой завтрак будет уже ближе к обеду. Ребятишки кушают тоже сейчас. Покушать сели. Я им сделала макарошки с яйцом. И кушают. Помидорки тут уже почти все оборвали красные. Ладно, дорогие друзья. Всем хорошего дня и хорошего... А, да, хорошая новость. Нам... Вчера позвонили, сказали, что починили телевизор. Сказали, 5000 за ремонт, так и есть. Не меньше, не больше. 5000 ровно. И вот сейчас ждем, муж получит зарплату, будем выкупать телевизор. Ура! Вот такой вот, ребята, у меня будет завтрак. Гречка с овощами. Тут немножко еще мяса есть. Вон. Видите, я вчера из супа немножко повыковыривала мясо. Вот. Пару кусочков тут должно быть. Да, вон. Поэтому это нормально. Ну, может, еще пару кусочков сала съем. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Всем еще раз здрасте. Я жду Машеньку. Мы сейчас с ней пойдем на почту. Там пакет мелкий пришел. Она уже уроки сделала, и вон бежит. Да, Машенька? Поздоровайся. Да. Маша в жилетке ходит. Говорит, ей тепло, куртку не хочет никакую одевать. Да, Маша? И мы сейчас с ней идем на почту. Ну, она еще, видите, кофту как бы одевает. И ей хорошо так. Пойдем на почту, заберем. Там, по-моему, должна посылка с Шейн прийти. Ну, не знаю. Мы пробный заказ сделали еще в июне месяце. И вот все еще, представьте, не дошло. А там носки и всякое такое. Пробный делали заказ. Просто мне подписчица написала, что там одежда хорошая на этом сайте. И мы решили на пробу сделать такой сначала маленький какой-нибудь заказ, а потом уже сделаем то, что хотят дети. Да, Машенька? Там этот кардиган есть. Да, там кардиган, который они выбирали, есть. Поэтому ладно, идем мы на почту. У нас тут, как всегда, здоровенная лужа. Егор, видать, мусор выносил. Ты мусор ходил, выносил? Мусор выносил? Все понятно. А мы пошли на почту. Лужа так это не уходит. Вот здесь вроде бы делали трубу какую-то. Ну, что-то, видимо... Так она завалившаяся. Ее тут... Нет, это, Маша, нет трубы здесь. Короче, дурдом. Каждый год у нас тут лужа здоровенная. Погода на улице прохладная, да, Машенька? М? Что ты? Ну, убрали. А мы идем потихоньку на почту. Ветерок небольшой такой есть. Ну ничего. Ладно, бежим. Делали. У нас вот здесь вот. А, там клуб, наверное, делают. У нас вот здесь вот залили бетонную площадку. Говорили, будут делать детскую площадку. Ну, на этом, видимо, у них деньги закончились. Не знаю почему, но вот чисто бетон залили, и все. И тишина. Тут раньше горка стояла большая, да, зимой кататься сюда ходили ребята. А сейчас нету этой горки, убрали ее. Вот чисто бетон залили, и все. И там смотрим, что-то ДК, видимо, делают. Ну, видимо, обновляют ДК. Может быть. Ну, вот так вот. Не знаю, будет, не будет нынче горку делать на зиму, иначе детям-то где кататься? Вообще ничего не стало, убрали эту горку, и детям даже играть негде стало. Тут была еще одна качель, вот тут одна качель есть, была еще одна. Тоже убрали ее, куда еще вообще? Короче, дурдом полный. У детей теперь вообще нигде нету детской площадки. А вот наша почта. Тут, там вот почта, а тут библиотека. Раньше вот здесь был физкабинет, вот здесь были терапевты, а сейчас вообще ничего этого нету. Представьте, все позакрывали. Ладно, мы с Машей идем. На машинке. Тут лесенки очень крутые. Зимой особенно. Боишься как бы не упасть. И карта. Стой.
Не торопись. Хочу показать. Вот такая вот красота. Тут карта классная. А вот почта прямо. А тут библиотека. Ладно, идем. Все, забрали мы нашу посылку китайскую. Посмотрим, что там. Я, по идее, ждала сайта Shein. Ну, посмотрим, может, это оттуда. Потому что мы там пробный заказ сделали, и что-то все еще не пришло у нас. Да, Маш? Ладно, сейчас идем домой. Может, по пути где-нибудь посидим, прогуляемся с Машей. Погода вроде более-менее. Да? Маша, вот эти ходят. Надо будет потом на полчаса поставить их, постирать эти кроссовки, чтобы они чистенькие были. Еще не заморались. И в кофте свои со стразиками ходят. Говорит, цепляются эти бусинки, мешают, да? Сама же выбирала такую и уже от бантика стой. Потеряла медвежонка где-то. Ну, можно у нас эти, ведь есть всякие штучки, можно самим сделать. Ладно, идем домой. Мы пришли уже домой. Зашли по пути, купили литр молока и семена. Я взяла листья салата и укроп. Хочу посадить дом. Ну ничего, сейчас дом откроем. Маша посылку несет. А там, походу, Ванечка гуляет. С папой, наверное. Папа курей выпустил, точно. Ванюшка, ты курточку одел? Ты моя умница. Егорка, видимо, опять там вытаскивал дрова. Да? Молодец. Куры. Там много маленьких посылок. Сейчас посмотрим, Маша. Куры. Куры гуляют. Они тебе тут помогают? А где Марина? Куры. Петух какой. Ребят, кому надо петухи, пишите, продам. У нас вот раз петух, два петух. И вот там вот черный третий петух. Иначе мы их зарубим на мясо. Что, сына? Ну. Ох ты, какой голосистый. Деловой такой. Пришла вот такая вот посылка. Маша ее тут уже разорвала. Да, Маша? Маша была не втерпешь. И тут пришли вот такие вот посылочки. 4 штучки. Так, Маша, какую будем открывать? Давай, показывай. Вот эту, да? Ну, давай вот эту первую откроем. Я надеюсь, что я там ничего не порежу. А, тут фрезы для ногтей. Вот такие вот фрезы для маникюра. Дальше. Эту. Ну, Вася, ну без тебя распаковка никак не будет, да? Вася тут тоже прыгнула. Ей тоже надо распаковку делать. Тут-то зарядное устройство. У нас вот это зарядное устройство, я очень надеюсь, что подойдет к пылесосу. У нас на пылесосе собака сгрызла провод, достала вот эту штуку и вот эту штуку всю сгрызла. И теперь у меня пылесос стоит без зарядного. Ну, проверим. Дальше. Это. Мне кажется, тут тоже зарядное. Почему-то я так уверена. А я там 2 разных зарядных заказывала. Нам надо было... Да, точно. Тут тоже зарядное, но уже немножко другое. Ну, посмотрим. Проверим пылесос, потому что мы без пылесоса... А, эту Маша хочет открывать. Давай. Сюда. Давай. Маша, теребань посылку. Теребань. Давай. Что же там будет такое? Маше прям очень сильно хотелось. Шкатулка Катьки на день рождения. Мы потому что, которую Свете заказали шкатулку, Кате тоже и Маша, да, тоже хочет такую. На, ножницами. Сюда пониже, Маш, делай. И мы пока Кате заказали, потому что скоро у Кати день рождения, да, в октябре. У нее 8 октября день рождения. А потом кому заказываем? Мне. Да, тебе потом закажем в следующем месяце. Маша себе сама цвет... А, нет, это мне пришла шкатулка. Катя другую цвет выбирала. Это я черную выбирала. Ура, это моя пришла шкатулка, ребят. Это моя пришла. Я черную выбирала. Катя не хотела черную. Вот такая вот шкатулочка. Ну, такая же, как у Светы. Тут вот это вот немножко неровно. Тут можно всякие украшения. Так что... Вот такая вот шкатулка. И вот такие вот. Сейчас пойду проверять вот эти вот штуковины. Подойдут? Нет, они к пылесосу. Очень надеюсь, что подойдут. Ну, вот в целом, вот такой вот был заказ.
такие были посылки. Если вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем говорим пока-пока. Ребят, первый провод вставила. Ура! И он заряжается. Смотрите, классно. Второй провод будет на запаску. Потому что наша собака просто непредсказуема. Заряжаем пылесос. Ура! Сейчас упаковывала свои украшения. Ну, почти все поместились. Ну, не все. Тут вот у меня мой кулончик серебряный, серьги серебряные, только потемнели. Напишите, чем серебро можно почистить. Это у меня серебряная брошка с янтарем, по-моему. Я не помню, как камень этот называется. Кольца, вот два кольца сняла, сюда тоже положила. И вот остальные кольца от подписчицы. Вот это вот кольцо вместе с этим сожерельем. Браслет мой. И вот так. Еще вот остальные серьги соберу, положу. Вот это вот золотая от сглаза. Это золото. Видите, вот здесь вот. Как-то бы так бы показать. Вот здесь вот, короче, проба есть. Это золотая от сглаза. Когда-то, по-моему, бабушка мне дарила ее. И вот все мои украшения. Ну и вот здесь вот, конечно же. Не все помещается, потому что большинство не помещается сюда. Вот. Часть пока прибрала. Надо побольше шкатулку. Это маленькая для меня. Ну ладно. Пока хоть такая. То вообще у меня украшения вот в этом пакетике лежали. Тут у меня бижутерия осталась только. А так никаких украшений больше нету. Вот такие вот дела.